Концертные номера, исполненные учащимися и выпускниками детской школы искусств на сцене городского дворца культуры, продемонстрировали достаточно серьезный уровень мастерства. Многие учащиеся ДШИ являются участниками различных творческих коллективов, в составе которых уже успели стать победителями и лауреатами конкурсов и фестивалей не только городского, но также областного и даже всероссийского уровня. Один из самых волнующих моментов отчетного концерта – вручение выпускникам свидетельств об окончании детской школы искусств, которые ребята получили из рук директора Ольги Акулиничевой. Свидетельство об окончании детской школы искусств и грамота за активное участие в концертах в составе образцового духового оркестра вручается Шаповалову Дмитрию Алексеевичу. По словам выпускников, любовь к искусству останется с ними навсегда. Юлию Волковскую звучание флейты покорило еще в раннем детстве. Ее звучание, это, мне кажется, оно не сравнится ни с чем, потому что такие звуки, как на флейте, ты не произведешь нигде, ни из какого инструмента. И мне кажется, что это уникальный инструмент. Они очень нежные, они описывают красоту девушек, потому что это... неописуемые звуки. Выпускница по классу синтезатора Настя Лисицына с восторгом говорит о выбранном инструменте. Я с детства хотела играть на клавишном инструменте. Изначально была моя мечта играть на фортепиано. Потом постепенно переросло в стремление играть на гитаре. Но в конце концов, поговорив с мамой, я решила выбрать синтезатор. Это уникальный инструмент, который воспроизводит любые звуки, и на нем можно играть любые песни. За 7 лет обучения в ДШИ Юля Коваленко научилась играть на гитаре и трубе. Причем труба затрагивает ее душу гораздо сильнее. Звучание у трубы может быть очень различным, как и громким всегда. Труба – это подъемный инструмент, так и нежным. Все зависит от музыканта. Трудно даже представить, сколько сил, терпения и такта вложено преподавателями ДШИ в каждого ученика. Ребята понимают это, и чувство благодарности к наставникам переполняет сердца. Я очень сильно благодарна Ольге Анатольевне, это моя Акулиничева Ольга Анатольевна. Это моя учительница по флейте, она научила меня всему, что я сейчас умею, и за это ей огромное спасибо. Мне кажется, что так могла научить только она. Мой любимый учитель – Железняк Наталья Николаевна. Она подарила очень много мне знаний и умения играть на синтезаторе. Также другие учителя по сольфеджио Колесникова Анна Викторовна. Безупречный учитель, она и в хоре. Я посещала уроки хора и была просто рада возможности петь и как-то показывать свои таланты. По словам выпускницы по классу фортепиано Насти Дьяченко, музыка стала неотъемлемой частью ее жизни. И это заслуга преподавателя Татьяны Викторовны Ясинской. Она подарила мне музыку, она подарила мне просто в сердце, просто всю жизнь я с ней была рядом. И мне очень грустно с ними расставаться, со всеми. Мой учитель Валерий Андреевич – великий человек, он... всегда находит подход к любому ребенку и готов помочь в любой ситуации. Всегда хвалит и делает очень точное замечание. Он помог мне в жизни вообще, поставил меня как человека. Даже образовательная школа не может такого сделать, как сделал он. Великий человек. Отрадно, что традиции служения искусству, заложенные прежними директорами ДШИ Василием Бездугановым, Ириной Мамичевой, не утрачены, а продолжают развиваться и выходить на новый профессиональный уровень под руководством нынешнего директора Ольги Акулиничевой. Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.